Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Юджин Плей. Сегодня будет долгожданное продолжение God of War. Усаживайтесь поудобнее, а мы же продолжаем. Кто не видел предыдущую часть, посмотрите, там была первая битва с боссом. Выполнили мини-квест, мини-задание. Посмотрите, было много всего там интересненького. Вот. Также совсем скоро на канале выйдет игра про нового серию Сэма. Сибирия Майхем. Так, на чем мы закончили? Что мы закончили? Артефакты мы вот нашли. Сундуки нашли. Эти пока еще непонятушка. Ага. А, все, мы же шли домой назад. Совсем забыл. Под шкалой здоровья врагов находится шкала оглушения. Быстро нанося удар за ударом, вы постепенно заполняете шкалу. После этого враг будет оглушен. Возьмите его на захват. Угу. Угу. Так, подожди, а я какой захват? Где тут у нас управление, захват? Возврат, действие СНК, сильная атака. А захват-то где? Я не вижу. Иногда здесь такое слетает, тут он просто пишет, что все, ZZZZ, все. То есть вот видите, он пропал, вообще пропал. Такое, ну это ничего страшного. Захват-то где у нас? Ладно, как-нибудь сейчас. Может на я? О, захват у нас на колесик, ребята. У кого такая же вот небольшое какой-то вот такой глюк с этим, с описанием кнопок, это вот знаете, что захват у нас на колесик. Вот так ушка. Так, подожди, полетел. А сюда-то у нас что? Что тут такое? Ты никак не откроешь двери? Тихо. Ты именно тихо, нахуй. Ты никак не убьешь оленя, блядь. А. Закрыто. Что-то нам там писалось на Т, но пока неизвестно. Пойдемте дальше. Ну-ка. А, я думал, дверь сюда, видите, добавил. Ну, думал, что добавится. Нет, не добавилось. Стреляй! Стреляй, паренек, стреляй. От... Да, все правильно. Ну, красота же, блядь. Я вот в нового Сэма поиграл, там, фу, вроде игра 22-го года. Печалька там все. Некоторые враги неуязвимы. Топор не годится? Ну почему вообще? Вот так вот, нахуй. Давай стрелами тогда стреляй. Точно. Сука тебе. Не так, так добьем. Вот, ну-ка, что там пишут? Разбойничий рог. Убивайте разбойников. Так, тщательно. А это разбойники разве? Не, надо что-то типа Бестарии открыть.
Это мы выполнили, это мы молодцы. Кодекс. Это понятно. Драгох. Волк. Тедди Тенпай. А, вот он еще про... Она похожа на разбойника, но говорит таким странным голосом. Таких не знает даже папа. Ну, это все, если Гули папа не знает, то все. Вот именно. Сказал, закрой рот, нахуй, значит, закрой. Ну-ка, обновили? Нет. Ну, ничего страшного. Так, 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 мы все же обошли? Да. А, ну вот мы, собственно, и вернулись. Вернулись домой. А забраться нам уже, наверное, нельзя. Жалко. Вот мы и вернулись к этому домику. Контроль сжег мамин сад. А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Вот именно. Теперь помолчи. Мы почти пришли. Чё, хорошенький домик в стиле шале, дровишки. Вот поэтому и идут все сюда. Чё хотел? Так, а собственно, подождите, нам чё надо нахуй? Надо нас зайти в дом. Иди в дом, сын. Давай, давай. Ну вот наш костерчик уже и прогорел. Собственно. Подожди, я хотел участочек обойти. Бля. Выйти-то можно? Нет, нельзя. Что у нас тут есть? Нечестно. Что нечестно? Что ты опять там? Что тут у нас есть-то вообще? Чего я думал, что все будет иначе, раз она... Ну давай, давай, ты поговорим. Вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда я ты... Я уже давно не болел. Причем здесь лучше. Болел? Он, блядь, вторую серию все про болезнь. Ладно. Подцепил, что ли, что-то? Ну давай. Бей. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем Медленно. Ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Ёбаный ты, что кто так делает-то? Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. А что же это? Выходи! Кто там? Никого нет дома. Ни к чему теперь прятаться? Я про тебя все теперь знаю. Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты! Сын, лезь в подпол. Живо! Ты же это я, почтальон Печкин. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не...
Просто ответь мне на вопрос! И обойдемся без кровопролитий! Сейчас я тебе отвечу. Ёпа. Ага. Я думал, ты крупнее. А тут... Хотя ты явно тот самый. Хм. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? Уёбок. О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Угу. Лучше уходи. Надо же, я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Вот именно нахуй. Ну, конечно, не зря. Чё, свистнешь сейчас? Ёбнитый ему нахуй. Пошел. Нахуй. Из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Ну что ты, блядь, терпишь-то? Ёбнитый ему разулю. Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Нет. Нет. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь я. О! Хуя! Какое жестокое разочарование! Давай же! Давай. Бесполезно! Чужак. Ну, сука, с ноги те. Ну, сука. Тише. Хули ты? Рыпайся. Смотрел хоть чуть-чуть. Ну ёб твою мать, чё, отпиздишь, что ли? Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Давай. Прочь из моего дома! Ты посмотри какой, сука. Крепенький попался. Заделся живое, да? Да дерись ты, ёбаный ты. Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? В смысле? Слишком много слов.
нихуя в горе? Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Ну, блядь, ЗЗ, спартанская ярость. Какие кнопки-то? Подождите, стоп. Вот этот косяк, который я уже говорил, что спартанская ярость. Ой, блядь. Слабая руническая атака, сильная руническая атака. Наверное, а вот спартанская ярость. 5. Наверное, 3 и 4 нажать. А давайте посмотрим. 4 и 5. Вернит ему нахуй в башку. Кто там? Кого ты от меня прячешь? Сейчас узнаю. Вернит ты его нахуй. Давай, иди, прыгай сюда. Блять, осталось этот сантим один. Добивай его нахуй. Станет. Зажала нету. Вот это-то что у нас там такое нарисованное было? Туда нельзя? Ну ладно, ну сейчас, видать, мы должны просто пойти назад. Выдохнешься. Прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Нихуя. Ты же сам видел, ты не можешь причинить мне вреда, ничто не может. А топор? Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись? Нет.
Ты жалок! Тебе не победить! Да заткнись ты нахуй! Ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Так. Ага. Нет, не в эту сторону, блядь. Чувствую нахуй. Я тоже нихуя не чувствую. Ух ты! Не чувствую! Бля, чуть немало осталось. Тогда будем чуть-чуть по-другому действовать. Тебе не победить! Два удара будем наносить. Отруби ты мне нахуй голову. Меня ощутить что-то, но ты не смог. Четыре пять надо было нажать. Фу. Неужели он еще... меня знал? Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Давай, вставай. Я тоже. Я не знаю, как это сделать без тебя. А может, еще что скажет? Ну-ка, давайте постоим. Стоп. Будет еще какой-нибудь монолог? Не, наверное, нет. Ну ладно.
Но оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Нормально все. Все хорошо. Идем. С кем не бывает, хули? Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Подготовься на полпути. Докажи мне. Докажу. Ну и все. Поэтому он сейчас дверь закроет. Типа, ну ладно, иди, потом приду. Гора. Путь будет долгим. Да, но он очень важен. Что тут случилось? Да так. Повздорили, ну. Здесь же больше ничего нету. О, стоп. А из брони что-нибудь было? Вот, на пацана можно... Туника из кожи и волчьего меха. Мамин подарок. Сравнить. Угу. Ну и все. Значит, будет в ней пока в черный ходить. Так, а здесь же мы, наверное, уже не вернемся, скорее всего. Тут мы все забрали. Так. Ну все, вроде бы забрали мы здесь. Угу. Ну, пойдемте. Кто это? Я не знаю. Чего он от нас хотел? Без понятия. Я сделал. Так, единственное, что надо, знаете, сделать, чтобы вот такое с управлением не было, то есть слабое руническое. Четыре. Пять. То есть мы просто их продублируем, потому что вот это вот, оно такое-то. Прям сильная атака, видите как? Косяк есть такой в этом. Но то, что должно. Ты мог умереть. Да не. Оставляй меня одного. Ладно? Не мог. Ладно. Не мог, не мог. Так, ничего здесь не лежит, а то. Прыгай. Давай, прыгай. Вверх. Ты раньше убивал людей? Да ну нах. Ты это умеешь. Да ну первый раз делал. Что нужно, чтобы выжить? Я понимаю, звери. Они пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Это не люди. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. Слушай, батю. Батя не на... плохому не научит. И это было тут всегда? Наверное, я-то откуда знаю. Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Сейчас, секунду. Угу. А во. Что-то лежит, так. Серебришко все собираем. Так, ладно.
Не-не-не-не, ты доставай. Подкинуть его, что ли, точно. Так, здесь идти некуда. Разве что по мосту. Не, он как-то должен, наверное... Он должен, наверное, опуститься. А я бы кинул топор. Так, стоп. Давайте-ка... Давайте что-то подумаем. Куда тут... Ну, я бы кинул в цепь. Не, вниз меня вон там подсвечивается. Во. Сможешь его опустить? Конечно, смогу, нахуй. Есть! Место! Сын. Да. Хорошая идея! Да, потому что я вот. Там он что-то этот, что-то лежит, светится. А, ну это... Так, а как нам... Подожди-ка. Пока я тут... Во. Опять скалганана. Серебришка. Да сейчас, секунду. Дай ты все смотреть-то мне. Так. Ага. Отец, говори. По пути мы встретим других людей. Не факт. Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Нет. Все. Точка на. Скидывай цепь. Не-н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 е. Ты что делаешь? А, это, наверное, кто пропустил тот сундучок. Сразу за ним. Так я эту серию назову «Чужак». Смотри. Смотрю. Раньше весь наш лес защищала полоса деревьев. Но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Нет. Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Поймешь, нихуя. Идем. Не оглядывайся. Так, ребят, ну а на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. До новых встреч, друзья. Пока-пока.